Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям, близким, военнослужащих, ставших шахидами и всему народу Азербайджана. В связи с этим глава государства поделился публикацией в своих аккаунтах в социальных сетях. В публикации говорится: «Выражаю глубокие соболезнования семьям, близким, военнослужащих, ставших шахидами 13 сентября во время предотвращения широкомасштабных провокаций армянских вооруженных сил в направлении Кельбаджарского, Лачинского, Дашкисанского и Зангиланского районов и всему народу Азербайджана. Да упокоит Аллах души наших шахидов. Кровь наших шахидов отомщена».